Союз нерушимый. Ну, наши гости уже лакомятся пахлавой. Приятного аппетита. Используем небольшой... А вы почему Володя не лакомится? Ну, вы знаете, я как-то сначала... работы на радио, у меня какая-то такая вот традиция, не знаю, ну, шутка, радиоведущий должен быть голодным. Ну, слушайте, ну, вы волевой человек, чтобы, ну, чтобы, такой вкусный едим, чтобы ничего не, да, не чавкало, не отвлекало. Кстати, мы можем нашему звукорежиссеру предложить. Звукорежиссер, Влад, подходи, бери, пожалуйста, со стола. За, да. За столом работать, да. Рабочим. За рабочим столом вам можно? Можно, да. Да. Он интенсивно кивает, значит, да, придется... Да, вот Азиз Алиевич пошел уже угощать нашего звукорежиссера пахлавой, да. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Габдун Нуркамалудин, муфтивятский, с 99 по 2013 год. В начале этого года Габдун Нур открыл в кафе в Кирове татарской кухни и будет продолжать еще работу в этом направлении. И у нас в гостях Ирина Трушкова, член рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству Общественной палаты Кировской области, доктор исторических наук. О русской кухне, азербайджанской уже немножко поговорили, давайте к татарской переходить.